Это Moscow Open 2022. А Руна откуда? Это Баха. Ему, к сожалению, пришлось разорваться. Это, получается, ты функционер? Я не очень в платье смотрю. Зачем Мелешке нужен вообще, если игрок только с одной функцией? Женя! Да что ты свист... Семья 3-3, ребят. Друзья, всем привет. Мы в Москве. Это Moscow Open 2022. И сегодня финальный день. Начинаем с 1/4 финала. Невероятные участники из Сербии, Белоруссии, Казахстана и России. Вчера был такой проходной день, но было все равно очень интересно, потому что была рубрика «Дуралей на диване», посмотрите, сейчас обязательно будет. И мы еще с моим другом Баха, ДЦПшником, участвовали в конкурсах. Поэтому сейчас смотрим, а потом финальный день. Let's go! Виктор Пи! Это Баха. Баха. Друзья, сделайте аплодисменты. Для Бахи сделайте. Для Витька. Они открывают нашу конкурсную программу здесь, на центральном корте. Дайте шуму ему. Дайте шуму, пожалуйста, Бахе. Шуму можете дать Бахе? Виктор Пи. И у нас стартовали четвертьфиналы. Первая игра. Партизан 3-3 против брянских Bad Boys. Погнали. Мне подсказывают, что Шалваш Ташвили сегодня не сыграет. Есть определенного рода обстоятельства. Михаил, не надо отрывать кольца. В такой сложной борьбе. Где Шалва? Да не повезло нам. У него там свои соревнования за работу, которую он играет, которая проходит раз в году. И ему, к сожалению, пришлось разорваться и тут, и там. Если бы мы вчера выиграли, то мы поиграли бы чуть позже. Я думаю, он успел бы, а так, ну, к сожалению, пришлось играть втроем. Ну, конечно, тяжело без замен. Ну, как бы мы бились до конца, не знаю. Ну да, слушай, сербы чуть уже начали волноваться, когда вы начали их доставать. Ну да, было заметно где-то прям... Сколько-то атак они поплыли прям, а мы на кураже были, тебя нам как раз сил не хватило. Ну, блин, данк тоже своя, да? Да, вот и данк. Все, спасибо, Мишаня, вы красавцы. Bad Boys едут в Брянск, а сербы пока остаются. А сейчас будет Руна и Нанома. Представляете? Такой секс. Я не очень в платье смотрюсь. Это легенда баскетбола на 3-3. Алек Арутюнов, просто Алек, мой хороший друг. Сегодня 28 мая, а 3 недели назад Алек стал вместе с Наномо чемпионом России по баскетболу 3-3. Алек, у тебя такой богатый опыт, расскажи вообще про Moscow Open. Это юбилейный 15-й Moscow Open. Сколько у тебя было здесь всего всяких приключений, расскажи. Ну, начиная с моего первого Moscow Open, на который меня пригласил Серега Грунис в далеком 2007 году, я проработал, соответственно, на 11 подряд. Вот. Потом, собственно, судьба меня свела с бейсболом, и как-то все не получалось. Так слушай, что 11 опенов, да, я проработал. И, собственно, поработал и с Павликом тем же самым, когда он еще не был в Инаном, а был в огнезащите. Ну, много-много. У тебя, кстати, сегодня джерси ты. Да, у меня сегодня джерси с Павлика. Она с чемпионата мира. Но, к сожалению, он для нас оказался не очень удачный. А для российских команд обычно всегда так, только Олимпиаду берем. Да. Ну, организация, как всегда, на уровне. У тебя есть бейджик. У меня есть бейджик, да. Это команда. Это немаловажно. Вот. И хочется отметить очень приятную вещь, что помимо того, что здесь наверняка дежурит скорая помощь и врачи на корте, но ребята, помня меня, скажем так,
вот сербы, в частности Попович, они сразу бегут: «Док, док, док, помоги, помоги». Да, это, Олег, конечно, если что, приятно. Он доктор и на номы сейчас. Ну да. Да. И поэтому они стали чемпионами России 3 на 3. Спасибо. Ты лучший. Я потом сам тебя найду, Витек, сорян. У тебя сейчас нет времени? Но у меня сейчас еще здесь ребенок где-то с Уреном. Я хочу проверить, что... С кем ты играешь хоть? Я не знаю, мне все равно кого обыгрывать. Какой самоуверенный подонок. Как тебя зовут? Степа. За кого сейчас будешь болеть, Руны или Инанома? Руны. А что это так? Не знаю. Команда твоего города? Нет. А ты откуда сам? Из Москвы. А Руна откуда? Это она тоже из Москвы. А, ну круто. Будешь болеть? Как будешь болеть, покажи. Красавчик, давай. Руна какая-то из Москвы. Погнали. Потом еще раз! Великолепно! Павлов из-под кольца точен. 4 секунды. Минус 1 у Руны. Бадун на Бьянтина, Иван из-под кольца, нет, Бадун, да как же так, и Инанома идет в полуфинал. Мог быть овертайм, Никитос Бадун с подбека, не смог с подбора забить, не хватило миллиметра просто. Вот, сейчас... Поймаем Печу. Печа, брат, привет, с победой, привет. Тебя. Спасибо. Слушай, расскажи про матч. В конце вроде такой глупый фол, очень. Но тебе еще получил еще по роже. Да, ну это играет нормально, я знаю Виталия Кузнецова. И не знаю, он это не со зла, и как бы не особо как бы было больно, поэтому все нормально. Фол рабочий, игровой, но я вроде как и трех попадал, и в конце, к сожалению, мог слить эту игру, поэтому... Слушай, тебя с дебютом вообще за эту команду, на Нома, ты круто смотришься. Как притирался, расскажи. Я парней знаю давно, просто в определенный момент мне пришел звонок от менеджера Антона, и он предложил поиграть за них. Я с удовольствием согласился, потому что 3 на 3 для меня – это жизнь. Я люблю эту игру, поэтому вот. Есть отдышка какая-нибудь? Отдышка? Отдышка есть? Нет, пока нет. Потому что это MVP, если вы не знали. Никитосик, знаю одно, я очередной раз впечатлен твоей игрой. Ты очень мне нравишься, как ты играешь. Расскажи, сантиметра не хватило, что по этому поводу думаешь? Слабый. Слабый? Слабый. Слушай, я так много проигрывать за одну неделю. Да, затрясли, засали, яиц не хватило, вот что не получилось, я думаю. Без комментариев. Да? Да. Ну, значит, после черной полосы идет же белая. Ну да, наверное. Сейчас какой следующий турнир? В сентябре, наверное. Сейчас летом отдохнем, в сентябре будем играть что-нибудь. Нормально так у вас отпуск. Да, сейчас 2 месяца покайфуем. Все, Руна 3 на 3, Вано, Никитос, Виталя, его великолепная дочка. Вот, увидимся в сентябре, как они сказали. Степбэка чуть-чуть. Спасибо. Еще поглубже было, немножко. Надо еще туда. Ты мой суперстар. Спасибо. Это Влад Милешкин. Ну, если кто-то не знает. Мой бро из Казахстана привез сюда на Moscow Open ребят из ВТБ. Из ВТБ. Двоих из ВТБ. Троих. Да? Троих? Да. Рыженький вчера сделал... Маленький из Октау. Это, получается, ты функционер? Да. Хорошо. Пользуюсь. Как тебе Moscow Open? Круто. Я вообще не думал, что Казахстан когда-то сюда сможет попасть. Ну, спасибо Сереге Грунису и моим функционерским возможностям. Вот. Круто. Ну, для нас, мне кажется, нам фарт такой баскетбольных богов нам помог, потому что, ну, нереально сербов выиграть. Поэтому мы это запомним на всю жизнь. У меня, ты видел, парни приехали до конца. Я думаю, удивим. Надеюсь. Но вчера большинство трибуны, когда вы играли против сербов, болели за вас. Это круто. Ну, Казахстан, Россия, дружба на... Ого! Спасибо. Номер 2. Николай Пажин. Номер 3. Роберт Пан или пропал. И номер 4. Руслан Айткали.
дальше. Рус, привет. Лидер Астаны. Ты вчера поймал хит-чек в играх группы. Сегодня не хватило его. Степ-бэк не давали сделать, да? Да, получается, не пошел бросок и не хватило пару бросков забитых. И вот из-за этого игра проиграна была. А так мы бились, старались. Команда тоже опытная была, и мы старались обыграть их на выносливости, но они тоже оказались выносливее. То есть ты хочешь сказать, казахи, они выносливее, чем вот эти вот все из Питера? Да нет. Мы все на одном уровне, можно сказать. Сколько вы вместе тренировались? Блин, честно, неделю. Даже меньше недели. Вот у меня всегда тоже так было. Где-то соберешься там на два денечка, а потом выдаешь лучшие результаты. Как тебе Москва, как тебе Moscow Open? Moscow Open отлично, уровень шикарный просто. Первый раз на этом турнире, до этого был просто в качестве зрителя. И очень прикольно играть, атмосфера очень крутая. Ты очень круто играл, мы тебя ждем. Все, спасибо. Еще. Давай. Вот такие дружелюбные казахи, охрененные. Как у меня часики. Естественно. Денис Бергман, Берг, почему Скворцов окрестил тебя царем? Ну, на каком-то из этапов чемпионата России я царил, и поэтому царь. Вот еще к этому еще тебе подолью. В чем связано улучшение качества игры? Чье? Это я оценил. Качество твоей игры. А, индивидуально моей? Да. Ой, ну, наверное, очень много анализа было. Я в последнее время практически не тренировался. Но ради интереса свои игры пересматривал, анализировал, где, что я не так сделал. И могу сказать, чаще всего это были в основном лишние эмоции. Вот. Ну и пару таких моментов, где хотелось чересчур защищаться. И я там шел на перехват, не терпел и много фолов получал. Вот. Ну это проанализировал. Как бы. Ну, в общем, Кажется, главный вывод, что не надо тренироваться. Ну не совсем. Больше, в общем, надо эмоции под контролем держать. Вот это основная Хорошо, суть. Я тебе хотел подвести, что ты занялся тренерской деятельностью. Там, какой-то функционер. А на баскетбол не остается время, а тут приехал и уже в полуфинале. Не, ну в любом случае я как бы играл все турниры возможные в этом году. Куда звали, я с удовольствием вписывался. Короче, за счет турниров набрал... Да, ну то есть я давно в деле, я знаю. Единственное, как бы чуть физухи не хватает. Но это и видно, я, наверное, больше всех меняюсь. Вот, потому что пацаны получше готовы. Может быть, в этом успех? Тоже что да. Ты часто меняешься? Тоже да, тоже определенно. Ладно, Берг, ты в полуфинале, красава. Спасибо, бро. Да. Enjoy life, you know? Ай. Куда ж без вот этого-то? Кирилл Песклов играет за сборную России на этом Moscow Open. Кирюш, ты чемпион Суперлиги в этом году? Естественно. Это хорошо. И спустя сколько? Три недели ты уже играешь на Moscow Open. Успел переключиться или тебе все равно, ты машина? Да, машина, наверное, все равно. Мне без разницы. Тебе машина, тебе все равно? Можно сразу же переключаться. Вот ты призер Олимпийских игр по баскетболу 3-3. Успокоился, все, в жизни больше ничего не надо? Не, фигня. Идем дальше. Куда идем? На следующую Олимпиаду. Можно показать твою татуировку в честь Олимпийских игр? Матч четвертьфинальный. Россия-Север и Россия-Юг. Это End One. Алексеевич. Слушай. А вот Песков попадает. Чебуркину. И это взаимодействие получается успешным. Алексеевич открылся. Абрамовский это с фолом. Гроссмейстерская пауза. Алексеевич заканчивает этот матч. 21-17. Паштет, братец. Ну, руна вылетела, а ты еще держишься. Ну, я, кстати, переживаю, что пацаны вылетели. Хотелось бы, чтобы они дошли дальше. Да? Но без тебя что-то плохо совсем. Да не, ну они молодцы, все равно там еще у Сереги нет Козлова. Думаю, это большая потеря очень. Слушай, ну как прошли сборы и как тебе играть на Moscow Open? Это дебют у тебя или нет? Я в прошлом году играл очень, но я тогда за 3 звездочки играл. Ну там мы тоже вышли в 1-4, проиграли Литве в зарубе в конце. А, ну сборы прошли хорошо, продуктивно достаточно. Немножко приболел там в конце, пропустил пару тренировок, но...
думаю, не критично, а в целом отлично все. А ты говоришь, что заруба была. Мне кажется, вся твоя жизнь – это вот заруба. Ты так играешь агрессивно и самоотверженно, и влюбляешь в себя болельщиков. Ну, а я и так люблю. Ну, может быть, просто, может, мне чего-то не хватает, там, техники где-то, еще чего-то. Приходится брать вот такой агрессив. Компенсируешь? Ну, наверное, да. Красавчик, зверь, удачи тебе в полуфинале. Спасибо большое. Короче, Россия, Юка, Зуй, Паша Алексеевич, не обязательно Алексеевич, понятно, да? Кто там еще у нас? Чебуркин и Кирюх Песклов. Правильно я сказал? Они в полуфинале. Первый полуфинал на площадке «Партизан 3-3». Соперник, действующий чемпион России 3-3, команда «Инано». Я хочу финал ЦОП «Инанома». ЦОП «Инанома» хочу. Женя! Да что ты свистишь? Клатч, клатч! Парни из «Партизана» 3-3 сравнивают счет, конкретно Марко Чакареви. Давай, Печенский, давай, мой хороший. Итак, Сашка! Сашка! Фол! Зато Печерский всех обманул и отквитал. Обманули. Хорош! Первый мяч в этой встрече молодой, но Телешкин убегает от пола, но все-таки от Ивана. Победа наша и на Нома финале! 19-14 заканчивается матч победой и на Нома! Владос, Владос, сколько нужно сделать переводов перед тем, как забить решающий дегер? Ну, где-то 10, наверное. А секунд на атаку сколько? Ну, там за 4 секунды можно как раз быстренько на одном месте. Слушай, долго ты тренировал это? Или это все... Это рандом всегда. Это всегда рандом? Это всегда рандом, ну как все думают. У меня осталось еще несколько, и я хочу и насыпать для тебя все стабыки, которые у меня есть. Давай. Не, а можно? Мне отличный комментарий дал какой-то парень с фейковым аккаунтом в Рус-3-3. Он сказал, что зачем Мелешкин нужен вообще, если игрок только с одной функцией. Мне кажется, это лучший вообще комментарий про меня. Хорошо, у Мелешкина как минимум две функции. Он красивый и забивает офигенные степбэк трехи. Съели! Вы в финале, поздравляю. И на Нома в финале. Виктор Пи. И на Нома в финале. Обыграли «Партизан» 3-3 в полуфинале. А сейчас еще будет играть «Bad Boys» в полуфинале против сборной России «Юг». Я дурак. Не «Bad Boys». «Bad Boys» в полуфинале против сборной России «Юг». Отсоп Нева. Enjoy Berg. Я привык, что Enjoy Berg сыграл в таком количестве команд, что я и с Bad Boys перепутал. Соп Нева. Россия и Юг. Семен Шашков с дальней дистанции. Чебуркин. На нем сдваивание. Песков один на дуге. Шашков! Что? Это Семен Шашков! Шашков на Бергмана, здорово! Ху, ай, какая игра от Чебуркина! Последние секунды этого матча, 2 очка разница, есть шанс! И все! Россия отправляется в финал! 18-18, Россия Юг побеждает, но так я и говорю. Семен Семенович. Да, он самый. Я не устал от баскетбола? Нет, я ж отдыхал, я 3 недели после окончания сезона отдыхал. Прям вообще ничего не делал? Ну, делал. А к этому турниру готовились? В четверг потренировались, поспарринговали против Красной Пахры, партии 5 сыграли. Хорошо, а ты все теперь в СОП Нева? Да нет, почему? Это экспромт, так как получилось, случайно. Вот для меня всегда экспромт вот лучше всего. Тебе как? Ну слушай, ну пока что неплохо идем. Обидно, что проиграли, но за третье еще поборемся. Опыт в любом случае прикольный. На таких турнирах я еще не играл. Ты круто смотришь, спасибо. Удачи тебе за третье место. Ну что, друзья? И сербский «Партизан» против ЦОП Невы. Передачу Бергман через Поповича забивает. Берг
О-хо! Что сделал Чикарович? Какая передача классная! 29,7 секунды до окончания основного времени матча. Туманов из-под кольца Мазетов. Шастов добавляет мяч в корзину. 21-20. Победа Цопневы. Вытаскивают таки они этот матч. Россия, Юг против Инанома. Это решающая игра при полных трибунах здесь под мостом. И Чеба сверху. И Мелешкин второй дальний. Батуха прилетел. Батуха прилетел. Улетай, Батуха. Вань, надо быть нейтральным. Алексеевич из угла. Мелешкин, красота-то какая. Мелешкин, и это восьмой для Инанома. Россия, Юг обыгрывает Инанома. Россия, Юг, Зуй, Чебуркин, Песков и Алексеевич, чемпионы Молоскопа. Охрененно. Очень рад за парней, особенно за Пашку Алексеевича. Свой среди чужих, как-то так. Магическим образом. Награждение, пьедестал, конечно. Где мы будем честь? Виктор Пи! Серег, 15 лет. Ты помнишь, как ты чувствовал себя в первый Москоупен? Как тебе было волнительно, и я не знаю, как тебе было. И как тебе сейчас, когда ты уже реально батя всего стрит-баскета России? Ребят, на первом Москоупене у меня была такая шевелюра. Вот они, 15 лет! На самом деле это очень круто. Вот, наверное, сегодня я когда говорил... Я не, там, ничего не готовил, хотел сказать то, что реально на душе, о чем думаю, потому что редко выступаю, говорю. И понял, что реально прошла ну, целая эпоха, целая жизнь, всего. А самое круто, что все равно мы где-то в начале, и все только начинается. Я очень рад, что мы круто качали, качаем, и я надеюсь, что еще будем качать. Спасибо тебе, что тоже вы меня никогда не забываете. Я никогда. Когда я просто сидел вчера, ну, очень, я все игры смотрел вчера, и я почувствовал, что я реально дома. Ну, потому что я сам, знаешь, вышел из стрижки, с под мостом, всегда на Moscow Open был, недавно смотрел ретро-записи, поднимал, и там, как я молодой, еще танцую на трибунах. Да, это было, есть такое видео, вот, и я реально вот, был счастлив оказаться снова на Moscow Open. Спасибо вам. Витек, семья 3-3, ребят. Да. Все, ура, Moscow Open 2022. Е! Ребзя, конкурс. Я понял, что вам нравятся всякие статистические вопросы, и я хочу разыграть для вас футболку Moscow Open. Вот такая красота. И ответьте, пожалуйста, на вопрос, сколько трешек забил Влад Мелешкин, он стал лучшим снайпером турнира. За все, получается, 5 игр Moscow Open. Это 2 в группе, это 1/4, 1/2 и финал. Пишем, ответ здесь правильный. Я вам высылаю эту футболку от Moscow Open. Спасибо, что посмотрели. Ваши лайки сюда, подписки, рассказать друзьям. Я вас всех очень люблю. Всем пока. Виктор Пи!